Добрые соседи собрались в своем дворе. Теперь здесь нет тяжелой техники, рабочих, шума. Вместо них знакомые лица, веселье и музыка. Праздник во дворе четырех домов на двух улицах. Дома 12, 16 и 20 на Ленина и 35 на Чехова. Они ровесники города, и ремонта во дворе не видели давненько. Как минимум, его не было после 2007 года. Это одно из условий включения в программу «Наш двор». А одна из главных идей – двор – место для людей. Инициаторы программы хотели увеличить пешеходный поток между дворами. Как вам кажется, эта идея удалась? Да, удалась. Видите, особенно асфальт здесь помог. И площадка, конечно, тоже. Будем сюда заглядывать. Двор Оксаны Покамест. Он через дорогу хвастает новым благоустройством с прошлого года. Часто вот ходили в соседний двор гулять? Нет. Кстати, сегодня первый раз нас позвали. Так, доброжелательно. Да. По гостям не ходили, по дворам. Вот сейчас будем. На текущий момент в 48 дворах работы завершены. В 39 продолжаются. В 6 дворах к работе приступят в ближайшие дни. Замена асфальта в проездах и на тротуарах, создание новых дорожек, установка скамеек и урн, площадок ТКО. У подрядчиков ушло на все 2,5 месяца. В начале сентября на территории появятся спортивная и игровая площадки. Да, клен похож. Клен, ну, кажется, клен. Вроде клен. Хоть и похожи, но не клен, а триплоидная осина. Это специально выведенный сорт, адаптированный под местные условия. Деревья растут на 5 сантиметров в год, и у них более широкие листья, которые впитывают больше углекислого газа. Чтобы осины выросли в полноценные деревья высотой с дом, уйдет примерно 5 лет. Все 8 саженцев в этом дворе – клоны, которые вырастили в лицее имени Фахридина. Всего для нужд города в питомнике есть 1500 саженцев. Вера Князева живет в этом дворе с самого начала, когда дома вокруг только начинали появляться. На празднике ее наградили как самого активного жителя. Название «Добрые соседи» она понимает по-своему. У нас добрые соседи, добрые люди. Мы дружим все. И татары, и русские, крещеные, чуваши. Все как родная семья. Дружба соседей, дружба народов, участие в социальной жизни и в жизни друг друга. Проект охватил чуть больше, чем благоустройство. А что вы еще кроме плова привезли? Насколько я знаю, плов. Только и все. Только плов. Плов, только плов нужен. Только, да, только людям для радости это надо. И все. За насущное отвечала азербайджанская диаспора. Совместное употребление пищи сплачивает людей? Ну да, когда все дружнее становятся и весело, так скажем. Круто. В этот же вечер праздник прошел во дворе домов 59 и 59А на улице Тельмана. За минувшую неделю добрые соседи собирались на 8 площадках. До октября праздник должен заглянуть во все отремонтированные дворы. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.